Этого события любители натурального меда ждали давно. В Тверь приехали пчеловоды кочевой пасеки Тюриных. Какие действуют акции в августе на этих выставках-продажах, вы узнаете из следующего репортажа. Тамбовский мед с кочевой пасеки Тюриных давно полюбился жителям Твери за уникальный вкус и натуральное качество. На протяжении 12 лет пчеловоды приезжают в областную столицу и радуют покупателей своим продуктом. В августе привезли более 20 видов свежеоткачанного меда, в том числе разнотравья. Мы привезли несколько уже новых сортов, уже которые в этом году мы откачали. Это уже свежая есть акация, акация аморфа, есть мед с молочаем, черноклен, есть майский мед. Мед кочевой пасеки Тюриных отличается не только насыщенным вкусом, но и целебными свойствами. Это всегда отмечают и постоянные покупатели. Я всегда с нетерпением жду, когда приедет эта компания. С медом, так как все запасы меда уже закончились. Для покупателей всегда действуют скидки и выгодные предложения. В дни ярмарки можно купить 3 литра меда за 1000 рублей. Приобрести мед кочевой пасеки Тюриных в областной столице можно в двух местах. Дорогие тверичане, семья Тюриных вновь приехала в Тверь. Приглашаем вас посетить выставку меда по адресу Смоленский переулок 29, бизнес-центр Тверь, и Тверской проспект 2, торговый центр «Олимп». Приглашаем вас. Покупатели посещают эти выставки в удобное время с 10 часов утра до 19 часов, в том числе и на выходных. Я увидела рекламу по телевидению, что приезжает семья Тюриных с медом, и скорее пошла покупать мед в бизнес-центре «Панорама». Мой любимый мед – это майский. Так что всем советую. Очень вкусный, свежий. Семья Тюриных будет находиться в Твери с 5 по 20 августа. Добро пожаловать за вкусным медом.